Ну вот, дорогие друзья, вот мы и дожили. Мы едем покупать Поусу. Вот. Вот он, этот момент. Так, секунду, я немножко поправлю камеру. Блин, ну понимаете? Так, вот, вот нормально. Так, погнали. Так, 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 секунду, секунду. У нас где-то у нас тут была машина. А, вот машина. Все, садимся. И едем, друзья мои. Это то, к чему мы стремились все это время. Так, слушайте, настолько тут все красиво, даже жалко, жалко ломать забор. Давай вот так. Итак, и давай посмотрим все-таки по карте еще разок, как нам ехать. Так, 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 так. Ага, ну вот я опять же считаю, что нам нужно совершенно спокойно по железной дороге пересечь. Ну вот, так, ладно, секунду, секунду, ребят, без нервов. Как в серии секретных материалов впечатываться в дерево не будем. Слушайте, какой рассвет просто, посмотрите. Живой рассвет. О, видите как, такая машина винтажная. На фоне рассвета фары еще включены. Мост. Движение машин. Ну, в принципе, можем и по этому мосту пересечь. Потом уйти наверх. Давай вот так. Я обожаю. Вот похожий мост есть через Суру, когда едешь в Мэриэл. Сейчас его закрыли. Я очень беспокоюсь, что этот мост через Суру вообще теперь уже не откроют. Очень любила по нему ездить. Всегда. Так. Амунейшн, по идее, ребят. Подожди. Подожди. Давай тогда зайдем заранее, хотя бы купим этот броник. То есть машину носит, видели? Видели, как машина пронеслась? Вот какой офигенный эмунейшн. Так, давай посмотрим, что у нас тут написано. Террорубада Хантер Куари. Все, пошли. А что дерево без листвы? Вот такой эмунейшн тут у нас. А какое интересно продажу поступил новую гитару уже? Метательные винтовки. Ну, посмотрим, какие что малые винтовки нам предлагают. А, калаш можно купить. И почем? 3500. Нет, спасибо. Отберу у врагов. Так, защита тела сделаем. И смотрите. Так, сейчас я... Давай тогда метательное все-таки. А, у меня 20 было. Ага. Ну вот, давай так. Доведем до 40 хотя бы. Вот. Так, 40. 126 тысяч баксов. Это у нас еще останется, дай бог, сколько с запасом. Что мы сможем с вами еще ту виллу купить в Сан-Франциско. Так что мы с вами, ребятки, все сможем.